Привет, друзья! Аэростаты с РЛС на борту для обнаружения дронов предложили размещать в России. Возможно, будут использовать ПВО системы СКВП. Ранее мы ее показывали. Стоит отметить, в 1970 году в СССР на Крайнем Севере аэростаты с автоматическими РЛС были штатными средствами разведки. Они обнаруживали цели без участия человека и передавали информацию. В случае повреждения аэростата они могут спускать полезную нагрузку на парашюте. Техническая информация аэростата на экране. Сейчас производством аэростатов в России занимается Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики. Аэростаты ДКБА способны поднимать до 900 кг полезной нагрузки на высоту от 3 до 4,7 км, что позволяет эффективно обнаруживать низколетящие цели даже в сложных условиях рельефа. Возможности аэростатов включают создание защищенной связи в радиусе до 170 км и радиолокацию целей на дальности до 200 км, обеспечивая комплексный контроль над обстановкой на длительный срок до месяца. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветимся.